привет, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я готовлю куриное филе по-китайски с быстрой лапшой. И для этого понадобится куриная грудка, лук, чеснок, крахмал, соевый соус, кунжутное масло и винный уксус. Винный уксус можно заменить вином кисло-сладким, кунжутное масло можно на обычное растительное масло заменить. Далее у меня на гарнир будет такая лапша быстрая, и также можно использовать на гарнир рис. Если вы готовите лапшу точно такую же, то понадобится яйца, бульон овощной, чили, лавровый лист и перец горошком. Лапша была вот такая, быстрая, для вока. Готовится 6 минут. Куриное филе моем, просушиваем и нарезаем на такие тонкие полоски. Дальше куриное филе перемешиваем с крахмалом. В сковороде разогреваем кунжутное масло. Очень сильно нагреваем масло и будем выкладывать порционно куриное филе. Разогретое масло для начала отправляем крупно порезанный чеснок. Через минуту вытаскиваем чеснок и обжариваем порционно мясо. Все время помешиваем. Мясо готовить до готовности не нужно. Сейчас вот оно схватилось. И я его перекладываю и обжариваю следующую порцию. Так, убрала в сторону уже полуготовое мясо и обжариваю следующую порцию. И пока мясо жарится, займусь луком. Лук нарезаем очень крупно. Соединяем мясо с луком и обжариваем до прозрачности лука. Постоянно помешиваем мясо с луком минуты 2-3. И потом вливаем соевый соус и винный уксус. Все обжариваем дальше, продолжаем тушить, пока до полного испарения жидкости. Пока курица обжаривается, ставим большую кастрюлю, наливаем воду и даем закипеть. Курица готова, выключаю. И забыла сказать, что все время ее нужно готовить с самого начала на максимальном огне. Только все время помешивая, следя, чтобы не пригорело. Когда вода закипает, всыпаем в нее все специи. Лавровый лист, горошек, перец горошком, бульон и немного чили. Далее опускаем лапшу и варим, как написано на упаковке. У меня 6 минут. Перемешиваем ее там. И варим. Из бульона убрала лавровый лист, перец горошком, и теперь добавляю сюда яйца по одному. Но я их не хочу размешивать, хочу, чтобы они были цельные. И вот что у меня получилось: сочное мясо, куриная грудка с луком и нежная лапша с бульоном и яйцом. Приятного всем аппетита!